Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Shri Radhe, Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Shri Radhe, Jaya Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga, Jaya Pancha Tattva, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Radha Madhava ki jai, Shri Shri Nitai Gauranga ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Granthaharaj Srimad Bhagavatam ki jai, Te Gura Primananda. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Namaskritam, Narayana Namaskritam, Naram Chiva Narottamam, Naram Chiva Narottamam, Divim Sarasvati Vyasam, Divim Sarasvati Vyasam, Tatochayam Udirayet, Tatochayam Udirayet, Nashta Praesha Padrishu, Nashta Praesha Padrishu, Nityam Bhagavatam Sivayam, Nityam Bhagavatam Sivayam, Bhagavatuttama Shloke, Bhagavatuttama Shloke, Bhakti Bhavati Naishtiki, Bhakti Bhavati Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, шестую песню. Текст 13. Yo nama pirvachi janam nijayam va natitatyam iva dama pirgaham yasmai varimta imenama karmam nivamka vaka chakita vahantim Yo nama pirvachi janam nijayam va natitatyam iva dama pirga yasmai varimta imenama karma Nibanka Bhakha Chakita Vahanti. Кто еще может прочитать? Йо нама
Чиджанам Ніджаям. Можна в місті по строчці. Йонама Кірва Чиджанам Ніджаям. Бадхнаті Тантрям Івадам Фірга. Івадам Абхіргах. Бадхнаті Тантрям Івадам Абхіргах. Ясмай Балімта Іменам Акарма. Ясмай Балімта Іменам Акарма. Нібандха Бадхаш Чакіта Баханті. Нібандха Бадхаш Чакіта Баханті. Йонам бахір вачі джанам ніджаям. Бадхнаті тантріям івадам бадхір дамабхір. Бадхнаті тантріям івадам абхіргах. Бадхнаті тантріям івадам абхіргах. Ясмай валім тайме намака. Ясмай Балім та іме нама карма. Ясмай Балім та іме нама карма. Нібанша Бадхаш Чакіта Баханті. Нібанха Бадхаш Чакіта Баханті. Пословний перевод. Ях. Ях. Который. Который. Намабхих. Намабхих. Іменами. Іменами. Вачі. Вачі. Языку вет. Языку вет. Джанам. Джанам. Человечество. Человечество. Ниджаям. Ниджаям. И зашедшему из него. И зашедшему из него. Бахнати. Бахнати. Привязывает. Привязывает. Тантриям. Тантриям. К веревке. Веревки. Ива. Ива. Как? Как? Дамабхих. Дамабхих. Веревками. Веревками. Гах. Гах. Быков. Быков. Ясмай. Ясмай. Которому. Которому. Балим. Балим. Подать. Подать. Те. Те. Они. Они. Име. Име. Эти. Эти. Намакарма. Намакарма. С разными именами и занятиями. С разными именами и занятиями. Нибандхам. Нибандхам. Долгом. Долгом. Бадхах. Бадхах. Связаны. Связаны. Чакитах. Чакитах. Боящиеся. Боящиеся. Ваханти. Ваханти. Несут. Несут. Перевод стиха. Как погонщик продевает в ноздри быков веревки, так и Верховный Господь связывает людей веревками своих слов. Его слова – это предписание вет, определяющие имена и обязанности сословий общества, браманов, кшатриев, вайшев, шудр. И все представители этих сословий в страхе почитают Господа, поднося ему плоды своих трудов. Еще раз перевод прочитаем. Как погонщик продевает в ноздри быков веревки, так и Верховный Господь связывает людей веревками своих слов. Его слова – это предписание вет, определяющие имена и обязанности сословий общества, браманов, кшатриев, вайшев, шудр. И все представители этих сословий в страхе почитают Господа, поднося ему плоды своих трудов. Комментарий его божественной милости Ачарь Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупада Ки. Джай! Каждый обитатель материального мира, кем бы он ни был, всегда остается зависимым. И человек, и полубог, и животное, и дерево – все подвластны законам природы. Но самой природой повелевает Верховная Личность Бога. Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите. Майя фьякшена пракритих суяте сачарачарам. Под моим надзором материальная природа порождает все движущиеся и неподвижные существа. За всем происходящим в материальном мире стоит Кришна, который управляет природным механизмом. В отличие от прочих существ, живое существо, родившееся в теле человека, попадает под власть ведических предписаний, предназначенных для различных варн и ашамов. Веды обязывают человека действовать в соответствии с его положением в системе варн и ашамов. Иначе ему не избежать наказания Мараджа. Тот, кто следует ведам, должен постепенно возвыситься и стать браманом, наиболее разумным среди людей, а потом подняться еще выше и стать вайшнавом. Вот истинная цель человеческой жизни. Для того, чтобы духовно совершенствоваться, браманы, кшатрии, вайши и шудры должны поклоняться Господу, поднося ему плоды своего труда.
Слесве, Кармани, Абхи, Ратах, Саамси, Пхимлабха, Тейнарах. Разделение на варны и ашамы необходимо для того, чтобы члены общества могли жить в мире и согласии и как следует исполнять свои обязанности. Но при этом каждый должен поклоняться вездесущему Господу, Яна, Сарвам, Илям, Татам. Верховный Господь пронизывает мироздание во всех направлениях, Отам, Протам. Поэтому тот, кто следует ведам, по мере своих способностей поклоняется Господу. Достигнет высшей цели жизни. Об этом уже говорилось в первой песне Шримад Бхагаватам. Ата хунти двиджа шишта варнашама пирхагаша сванушхитася тармася самсидхихари тошанам. Поэтому, о лучший из дважды рожденных, высшее совершенство, которого человек может достичь, выполняя свои обязанности, соответствующие его сословию и укладу жизни, это заслужить благосклонность Господа Хари. В обществе варнашрама у каждого есть все возможности достичь совершенства и получить право вернуться домой к Богу, ибо назначение каждой варны и каждого ашрама – удовлетворить Верховного Господа. Сделать это можно, следуя указаниям истинного духовного учителя. Тот, кто действует таким образом, непременно достигнет высшей цели жизни. Всевышнему поклоняются все, но только одни делают это прямо, а другие косвенно. Первые обретут освобождение очень скоро, вторые намного позже. В этом стихе примечательны слова «намабхирвачи». В обществе варнашамы люди носят разные имена – брахман, кшатри, вайша, шудра, брамачари, грихаска, ванапрасха или саньяси. Для каждой варны и каждого ашама веды дают определенные предписания – вак. Следуя этим предписаниям, люди должны выполнять возложенные на них обязанности и выражать почтение Верховной Личности Бога. Как погонщик продевает ноздри быков веревки, так и Верховный Господь связывает людей веревками своих слов. Его слова – это предписание вед, определяющие имена и обязанности сословий общества брахманов, кшатрий, вайшьев, шудр. И все представители этих сословий в страхе почитают Господа, поднося ему плоды своих трудов. Панчакалпатарубьяща, Крипасиндрубьявача, Патитанам Паваньо, Вайшнавио, Намо Намаха, Джай Шри Кришна, Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шива Сади Гоура Бхактавинда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Попросили сегодня почитать Бхагаватам, и это шестая песня, это практически середина Бхагаватам. В своем изучении я еще не добрался так далеко Бхагаватам, но так или иначе можно вместе обсудить. Я немножко расскажу о том понимании, которое имею. Может, что-то сможет. Мы сможем вместе извлечь из этого что-то полезное для себя. Здесь говорится о том, что общество людей, оно делится на ашамы и варны, да. То есть система ашамов и варн, она предполагает и дает возможность возвысить человека, возвысить свое сознание, исполняя свои обязанности. Мы знаем, что люди, ведя материалистичный образ жизни, они совершают много деятельности на самом деле. И эта деятельность, она дает определенные плоды. И, как правило, мы, совершая какую-либо деятельность, если не обладаем должным сознанием, то в большинстве своем получаем плоды, которые не всегда ждем. Так бывает. То есть люди заканчивают школу,
они ходят в садик сначала, потом заканчивают школу, потом они могут пойти в институт. Там они получат какую-то специальность, которая даст им возможность обеспечить свое материальное существование. И таким образом люди, они как-то, у них, получая знания, они, у них появляется возможность спланировать свою жизнь. То есть мы всегда рассчитываем на что-то в будущем, в недалеком, и в далеком тоже предполагаем, что наша жизнь сложится тем или иным образом. То есть если я, допустим, заканчиваю институт, высшее учебное заведение, то это подразумевается, что это обеспечит мне какое-то хорошее место работы, которое в итоге будет обеспечивать мою материальную сторону жизни. И вот материальная сторона жизни, она в обществе считается достаточно ценной и практически приоритетной. То есть мы видим, что много усилий прикладывается в направлении заработка средств. Для чего? Шрила Прабхупада в своих книгах говорит, для того, чтобы иметь возможность чувственно наслаждаться. Да. То есть у нас есть 5 органов чувств, и мы хотели бы, чтобы эти чувства всегда были удовлетворены. Если этого не происходит, то наш ум, он нас начинает беспокоить потихоньку. Да? То есть, что с нами происходит в этом случае? Наш ум уводит нас в сторону чувственных наслаждений, если мы испытываем дефицит вкусов, запахов, цветов, там, визуализации каких-то приятных звуков. Все это к этому наслаждению склоняет наш ум. И мы склонны искать этих наслаждений. И общество, современный мир, вся цивилизация, она устроена таким образом, что она дает возможность именно наслаждаться таким образом, с помощью органов чувств. Есть много заведений, много рекламы, много публичных заведений, таких как кинотеатры, театры, различные шоу, спектакли, спортивные состязания. То есть везде нам представляют возможность получить удовлетворение, то, которое мы не получили. Несмотря на то, что мы много трудились, надо вспомнить, да, то есть мы там закончили 10 лет школы, мы сколько-то посвятили времени, обучаясь в высшем учебном заведении. И все это подразумевало, что мы будем наслаждаться. Но наслаждение чувство приносит очень кратковременное. Потом мы снова находимся в дефиците. Из-за чего? Из-за того, что по своей сути мы не являемся на самом деле телом. То есть мы с вами об этом знаем, но большинство людей об этом не знают. Поэтому большинство людей, они склонны к чувственным наслаждениям. И таким образом, неудовлетворение человека, оно происходит из-за чего? Из-за того, что у него нету знания. Да? У него нету знания, говорится, несмотря на всю образованность, на светское образование. То есть человек знания не обладает. Как он может себя удовлетворить? И что такое знание? Как определяется знание? Можно задать себе вопрос. Никто не знает, как определяется знание в священных писаниях. Есть все стихи. Авторитетный источник. Хороший критерий. Делает счастливым. Там есть такое определение. То есть то, что знание о том, что такое дух, да, и что такое материя, и кто управляет всем этим, является знанием. Знание об этом. То есть священные писания, они дают понятие о том, что мы не являемся материальным телом, мы являемся душой. То есть наша природа духовна. И кроме того, то есть, но мы попали под влияние материальной энергии, да, и находимся в обусловленном состоянии. И таким образом есть еще сверхсущество, да, тот, кто управляет всем этим, и духом, и материей. И Священные Писания говорят, что это верховная личность Бога. И определяя положение живого существа, Священные Писания указывают на то, что живое существо является неотъемлемой частицей Господа, да, призванной служить Ему вечно. Это Его вечные взаимоотношения. Так как мы забыли вот эти отношения, мы попадаем под власть иллюзорной материальной энергии. И мы обуславливаемся вот этим материальным миром, и нам кажется, что чувства, наше тело, наша семья, наша страна, наша планета, это все с нами очень тесно связано и является нашей природой. Вот не так говорится, что наша природа духовна. Даже несмотря на то, что нам
может нравиться находиться на этой планете, наслаждаться здесь. Есть планеты гораздо более выше, это райские планеты, есть еще духовные планеты, планеты духовного мира. И говорится, что мы как раз жители духовного мира, а не вот этой планеты. Поэтому, несмотря на то, что мы прилагаем много усилий, получая образование и в надежде получить знания, да, мы остаемся неудовлетворенными, если не получаем истинного знания. Истинного знания, о котором говорят священные писания. Также есть один хороший критерий, в Бхагаватам он написан, я не помню, в начальных песнях, там тоже говорится о том, как определить, сталкиваемся ли мы с знанием, или сталкиваемся мы, то есть с истинным знанием, или знание не является истинным, да, относится к материальной также сфере. Этот критерий, он говорит о том, что соприкасаясь с знанием, мы постепенно, у нас пропадают материальные желания. То есть вот еще один хороший критерий знания. То есть если мы что-то изучаем, да, и наши материальные желания, они увеличиваются. Допустим, мы изучаем, как устроен спортивный автомобиль, и какой вид топлива нужно использовать, какие там настройки нужно использовать для того, чтобы он был более скоростным, быстрым, привлекательным с этой точки зрения. И изучая такие вещи, мы можем получить желание обладать таким автомобилем или еще более современным. Это материальное желание. Много знаний есть, которые не являются духовными, не являются абсолютными, которые как раз таки разжигают эти материальные желания. Но мы должны понимать, что и даже есть различные философии, на самом деле очень много философий, которые под соусом духовности дают людям возможность и понимание о наслаждениях тонкого плана. Да? Много существует мистических практик, которые также дают возможность человеку в обычном материальном мире превосходить многих, но обладая мистическими ситхами, наслаждаться очень тонко. Там даже не всегда может идти речь о подчинении себе чужой воле, а может просто идти речь о том, что вот в тонком теле человек может испытывать более тонкие наслаждения. И по сравнению с грубыми наслаждениями, эти наслаждения, то есть они намного превосходят грубые наслаждения. Человек становится независимым от грубых наслаждений, он легко бросает дурные привычки, такие как интоксикации, там, даже незаконные там, связи с противоположным полом. Но он обуславливается другой реальностью, которая позволяет ему очень тонко наслаждаться. То есть он может путешествовать по различным там, мирам, более высоким, иногда более низким по своему желанию, смотря с какими планетами он связан. Также есть такое знание. Но мы с вами должны понимать, что это знание как раз таки, оно не избавляет от материальных желаний. Оно обуславливает материальными желаниями, потому что тонкие виды наслаждений не являются также материальными. Почему? Потому что по своей природе они тоже временны. То есть период, который мы можем наслаждаться в этом случае, он очень ограниченный также. Но есть вечное наслаждение, И такого наслаждения, Шрила Прабхупада говорит, мы можем достичь, развивая правильное сознание. Правильное сознание – это сознание Кришны. Сознание Кришны – это имя Верховной Личности Бога, которое один из переводов, он говорит о том, что это самый привлекательный, да, тот, кто привлекает каждого. И вот имея отношение с тем, кто привлекает каждого, и служа ему, и строя с ним правильные отношения, мы имеем возможность наслаждаться правильно. И говорится даже о том, что преданные, когда они эти отношения развивают, они не очень-то и стремятся к этим наслаждениям. То есть их не интересует наслаждение. Потому что сами по себе отношения, они настолько сокровенны, и настолько они являются естественными, что единственным желанием чистого преданного является только возможность удовлетворить Кришну, то есть он очень рад этой возможности. И вот процесс, который нам дал Шрила Прабхупада, он как раз таки позволяет это делать. Да? Здесь говорится, что существуют различные варны и ашрамы, и выполняя свои обязанности в рамках этих систем варны ашрамов, человек может постепенно развить свое сознание до сознания брахмана, да, говорится. И здесь же говорится далее в комментариях, что он должен потом на определенном этапе
подняться еще выше, на высшую ступень, то есть стать вайшнавом. Потому что браман, он тоже не всегда будет склонен заниматься чистым преданным служением, он может обусловиться своим положением, он может быть привязан к ритуалам, к выполнению обрядов, к своему положению он может быть привязан. То есть он может заниматься бхакти, но это не будет являться чистым бхакти. Говорится, что есть чистые вайшнавы, чистые преданные. И вот между этими двумя категориями существует разница. Мне раньше было интересно, я всегда раньше считал, что чистый вайшнав это уже чистый преданный. Но говорится, что нет. И мы сначала с вами должны подняться на уровень чистого вайшнава. Но говорится, что вот у чистого преданного, чем разница между чистым вайшнавом и чистого преданного? У чистого вайшнава еще могут оставаться какие-то там желания наслаждаться именно. У чистого преданного таких желаний быть в принципе не может. У него уже он не хочет наслаждаться. Даже вот чистые вайшнавы они могут наслаждаться, желать с Кришной вместе там. Но чистый преданный, он думает только о том, как Господа насладить, как доставить ему удовлетворение. И вот возвышая свое сознание до сознания вайшнава, мы получаем такую возможность, или уже находясь в этом процессе, да, мы чувствуем, что вот это удовлетворение, которого многие люди ищут в своей жизни, мы уже можем с вами испытывать. Это та причина, по которой мы почему-то, непонятно почему, вот сегодня там я лежал, спал, и без 10:03 уже все зашевелилось, и не знаю, там как будто вообще все кругом проснулись, не просто один человек, а вообще все. И уже начали там омовение совершать, и там и вот, чистую одежду одевать, там, ну, почему столько сложностей, когда есть такой вид наслаждения, как сон, да? Хороший, здоровый сон, 8 часов. До 11. До 11 утра 8 часов, там, с 2, наверное, ночи. Но мы всем этим пренебрегаем. Почему? Потому что уже мы не испытываем того вкуса, который дают вот эти виды наслаждения, да? По милости преданных, на самом деле, по милости преданных, мы получили высший вкус в своей жизни, мы однажды встретили преданных. Это, говорится, огромная удача. В Шримад Бхагаватам говорится, что это единственная причина, по которой жизнь человека меняется. То есть мы с вами, ну не знаю, я думаю, что большинство из нас, они не воспитывались с детства в ведической культуре, не имели понятия о системах варн и ашрамах. Но так или иначе, мы жили обычной жизнью, искали обычных наслаждений, но теперь мы, я с большей долей уверенностью, большой долей уверенности могу сказать, мы довольно легко избавились от этого желания наслаждаться именно вот таким способом, который в обществе распространен. И мы почему-то вот сейчас стремимся встать пораньше, прийти на Мангаларати, прийти на приветствие божеств, тут что-то там с утра начать прыгать, танцевать, там непонятно почему. Все нормальные люди не танцуют вечером или ночью, да, в заведениях, которые для этого предназначены. Предназначены для чувствовать наслаждение. Но мы с вами почему-то тут еще там кто-то холодной водой обливается, кто-то там еще там непонятно что ест, там не доедает, наверное, в своей жизни очень много, раз мясо не ест. Ну, в общем, жизнь с точки материалистичного человека, она очень такая аскетичная и непростая. Большинству людей, если рассказать о тех стандартах, которым следуют обычные вайшнавы, да, то есть, в смысле обычные, они не обычные, конечно, вайшнавы, но вот там, не имея какого-то статуса, да, очень легко человек, он соблюдает все эти стандарты. Это причина, по которой у него, это высший вкус, причина является высший вкус. То есть он уже испытал эти отношения с Кришной, они у него уже есть. И у него появился вот этот вкус. И вот этот вкус, он появился благодаря тому, что в своей жизни мы однажды встретили преданного, который этот вкус нам передал. То есть благодаря тому, что любой из преданных, он несет, он распространяет славу святого имени, и говорится, что такая встреча с таким преданным, она очень благоприятна для любого живого существа. То есть так в наше сердце попадает семя бхакти, потому что это бхакти кто-то отражает, кто-то донес до нас. Поэтому мы должны очень быть благодарны всем вайшнавам, которые нашли место миссии, на самом деле, Господа Читани, и распространяют славу святого имени и знания среди людей, которые очень нуждаются в этом. И говорится, что вот система варн и ашрамов, она как раз таки дает человеку эту возможность.
То есть человек на определенном этапе своей жизни, он находится в ученичестве, если мы говорим о мужчине, да? Потом он или создает семью, или остается брахмачари. Далее он принимает уклад жизни ванапрасху. Он уже отрекается от дел от каких-то, то есть от своих основных обязанностей. Готовится принимать саньясу, стать совершенно отреченным от материальных наслаждений, от этой деятельности. И весь остаток своей жизни посвятить служению Господу. Уже бескорыстному, беспримесному, то есть на этой уровне, на этой ступени он очень сосредоточен на своей цели, потому что ему остается уже немного времени. На самом деле, он всю жизнь к этому стремился. Как говорится в Бхагавад-гите, что идущие этим путем решительны, целеустремленны, да, у них одна цель. Это говорится о преданных, которые вот согласно этой системе варнашамов, они занимают какое-то положение, и они очень решительны и целеустремленны. И у них одна цель. А цель — это служение, бескорыстное, беспримесное служение Кришне. И вот по милости духовного учителя Шрилы Прабхупады мы с вами можем находиться в обществе, где мы можем быть заняты в этом служении. Это является также очень ценным. Потому что общество светское, да, социум не дает нам такой возможности заниматься преданным служением. Общество нас занимает в каком-то процессе. Нам общество предоставляет место учебы, предоставляет место работы и предоставляет возможность потом заработанные средства как-то тратить. Но это общество, оно не дает нам возможности быть занятым в процессе преданного служения. А вот общество вайшнавов, оно как раз таки занимает нас в этом процессе. То есть мы с вами можем повторять святые имена, мы можем поклоняться божествам, мы можем слушать повествование о Господе, можем также повторять повествование, да, это. И есть 9 процессов преданного служения, и любому из этих процессов мы можем с легкостью следовать. Я однажды тут был в такой непростой ситуации, когда внешние обстоятельства, они сложились таким образом, что, ну, было очень непросто сосредоточиться на любом из видов преданного служения. То есть, ну, знаете, бывают в жизни такие обстоятельства, когда вот какие-то там внешние, я еще живу, там работаю, ну, обычная жизнь такая. И очень непростые обстоятельства, когда я должен много обязанностей одновременно выполнять, и мне непросто это все вот в единый временной отрезок, в один временной отрезок уложить. И утром после омовения я нахожусь в таком процессе, как ставлю тилаку, наношу на тело, да, знак тилака попечанного. Все знают этот процесс, всем знаком. И я, находясь в этом процессе, у меня, то есть я повторяю там Ом Кешавай Намага, нужно повторять имена Бога, да, быть сосредоточенным, когда это происходит. А в моем уме происходят следующие вещи. Это марафон Прабхупады еще, ну, плюсом ко всему, там тоже есть определенная доля ответственности. И у меня в голове следующая мысль. То есть мне нужно идти на работу завтра, уходить на сутки. И как я буду распространять книги, если я буду находиться на сутках? Я думаю, что там есть один человек, хороший, на самом деле у меня с ним есть отношения, которому я должен немного денег, там 200 рублей. И вот этому человеку за место 200 рублей предложу книгу, подарю как бы ему книгу. И если он ее возьмет, то будет считаться, что я как бы был сегодня на марафоне. То есть, ну, вот такой хитрый ход у меня. А в это время я наношу вот, ну, тилаку. А на второй дорожке сознания происходит следующее. Я вспоминаю о том, как я перед сном читал, как Господь Баларама, он совершает паломничество по святым местам. То есть я под этим впечатлением вспоминаю, как Господь Баларама путешествует по святым местам. И планирую, как я завтра буду распространять книги на работе тем людям, с которыми работаю. И когда я всю тилаку поставил, ну это все так автоматом, я понял, что я вообще, как, ну, я ни одного имени не слышал, хотя я произносил. То есть надо их слушать внимательно, находиться в медитации, да. Я такой в шоке, вообще хоть снова ставь.
заново, там, потому что я вообще так очень машинально, очень на автомате все это сделал. Я немножко так остолбенел, так замер и понял, ну задумался там, надо ставить снова или нет. Я понял, что несмотря на все, на то, что я не слышал этих имен, да, во всем этом процессе находясь, я думал о Кришне и о служении, связанном с ним непосредственно, да, и служении ему. То есть я думал о том, как распространять книги почему-то, а я этого вообще тоже не хотел. И думал о том, как Господь Баларама совершал паломничество по святым местам. И думаю, что Шрила Прабхупада дал нам такой уникальный процесс на самом деле, что даже находясь в такой прострации, когда мы на чем-то не сосредоточены, а нам сосредотачиваться преданным больше не на чем, потому что на материи нам уже сосредотачиваться неинтересно. Мы долгое время на ней сосредотачивались и удовлетворения не получили, и получили еще возможность сейчас быть занятыми в этом нектарном процессе преданного служения Кришне, Божествам. И вот, находясь даже в таком невнимании какой-то деятельности сейчас, можно находиться и быть занятым в своем уме служением Кришне. Это очень уникально. Я просто оценил то, что вот способ и метод преданного служения и поклонения Кришне, который дал Прабхупада, он отличается от многих тем, что наше сознание, оно уже поймано, оно захвачено Кришной, и это очень благоприятно на нас влияет. Если кто-то сейчас может что-то или хочет добавить, можно что-то дополнить. А там вот в стихе, в переводе, там сказано было, что представители сословий там брахманов, кшатриев, вайшьев в страхе приносят плоды своей деятельности. Вот это вот как-то так немножко резануло, потому что немножко противоречит тому, в каком настроении нам рекомендуется заниматься служением. Как-то можете прокомментировать это? Страхи, потому что вот на этом этапе поклонения существует еще привязанность к плодам своей деятельности. Да? А если есть привязанность, то есть есть в планах этой деятельностью наслаждаться, то есть наслаждаться плодами. И говорится, что вот этот процесс, он только подводит человека к сознанию, к положению брахмана, да? То есть сознание. И говорится, что потом положение вайшнава выше положения брахмана. То есть вот у вайшнава таких привязанностей уже не должно существовать. Но здесь представители этих сословий, они могут не быть вайшнавами на самом деле. Они могут просто заниматься кармической деятельностью, предписанной ведами также. Но есть просто привязанность. И страх, он возникает от того, что с этими плодами своей деятельности, да, когда-то в один момент придется расстаться. И говорится, что нам, каждому из тех, кто получил рождение, гарантировано, что однажды, в какое-то мгновение, нам придется расстаться со всеми плодами привязанности. И говорится, что одно из качеств преданного – это бесстрашие. Да? Это то качество, которое он обретает в процессе построения своих отношений с Кришной. Когда у него возникает понимание о том, что «я не есть это тело, эта душа, это реализовано», он всю свою жизнь, все свое время своей жизни посвятил именно этому, то есть практической стороне он это реализовал. Здесь, то есть как я вижу это, да, то есть это происходит именно по этой причине, что есть привязанность к плодам на этой ступени. Можно не заниматься деятельностью, она не может не быть греховной, да, но она может быть материалистичной. Также. Это может быть вот так, по аналогии с традицией нашей вот основной на территории России. Православие вы имеете? Да, по-христиански, в принципе, там же все и страх, по большому счету. Там как-то не сильно говорится о любви к Богу. Там же там побойся Бога, там, покайся. Да, я недавно читал одну из православных брошюр. У меня мама православная, у меня дома много литературы православной. То есть она стремится тоже практиковать в рамках традиции данной. Я тоже, мне так стало интересно, мне тоже это немного не нравится. Ну как не нравится? Мне не нравится именно мнение о том, что в православии все построено на страхе. Скорее всего, в православии все построено не на страхе, в христианстве, да, если быть вот так вот более широко смотреть на традицию в христианстве.
То есть там не то чтобы все построено на страхе, а вот адаптируя к тем условиям, которые существуют сейчас, да, и неся какую-то свою мотивацию, да, те, кто вот передает, да, это знание, да, то есть они, то есть можно проследить также желание иметь последователей в данной, только в данной традиции, да, только видеть людей, которые представляют паству именно данной традиции. Тут тоже существует страх. Тоже существует страх у тех, кто передает знания. Какой страх? То, что они будут лишены этой возможности ну, проповедовать, да, доносить знания, иметь отношения с обществом, да, и находиться в каком-то положении тех, кто передает знания. Но я раскрыл вот эту брошюру, и там тоже начал читать там страх, там побойся, покайся, там и страха, да, и думаю, да не может такого быть на самом деле. Потому что традиция христианства и то послание, которое нес Иисус, оно также говорит о любви к Богу, и он много об этом говорит. Если мы читаем то, что говорил непосредственно Иисус, он говорит как раз таки о любви. Он не говорит о страхе. Я вам серьезно говорю, вот Иисус сам говорит о любви к Богу. И говорит, что прямая обязанность человека – это вот эти отношения. То есть не то, что прямая обязанность, это его природа. Это любовные отношения с Богом. Об этом говорит Иисус. Я, к сожалению, не могу процитировать, но я вот говорю, недавно об этом читал. Но тот, кто уже передает знания, да, и вот эту традицию передает, он почему-то говорит, передает так, что нужно обязательно в своем сердце иметь страх. Ну и потом я нашел еще одну очень интересную такую строчку, которая говорит о том, что страх и какие-то такие отталкивающие чувства мы должны испытывать, человек должен испытывать в отношении к своим качествам, да, то есть он должен бояться не Бога, а он должен бояться греха на самом деле, да, то есть он должен остерегаться этого. То есть под словом страх там подразумевается не страх перед Богом, не вот эта концепция там выстраивается, а страх перед своей слабостью, может, да, перед своим несовершенством, да, вот этого нужно. Я вот так вот там это прочитал, и я успокоился на этом. Думаю, ну вот, если вот на этом делать акцент, то как бы все в порядке. Ну, действительно, то есть, находясь на, идя по пути духовного самоосознания, который сравнивает с лезвием бритвы, да, то есть там нужно удержаться, уметь сохранить этот баланс. Очень сложно на самом деле, и поэтому вот этот страх, вот этого падения, там, он может существовать. Но я просто знаю, что если изучать христианство через призму гностиков, то это как раз таки это будет раннее христианство, да, вот когда еще на этапе своего зарождения, только появления, там все основано на любви, на отношениях с Богом, именно на любовных. Иисус говорит об этом. То есть я почему сейчас я это так долго комментирую, потому что я не согласен с этим пониманием, то что в православии и в христианстве там все основано на страхе. Нет, это кто-то хочет, чтобы там так было основано на самом деле. Но суть христианства и православия – это не страх, а также любовь к Богу. Может, кто-то еще что-то? Там такой проблем. Допустим, в нашей традиции, да, когда мы узнаем, что мы несем это тело, да, то есть знание об атоме, да, оно уже лишает страха. Ты согласна, да? После да, чистой страхи, да. То есть я несем это тело, то есть я вечен, я не умираю, да? Потом, когда утверждаешься в этом, то страх постепенно проходит. Вот почему Кришна Игра, да, беспечен не становится. Но потом наступает страх потерять Кришну. Вот, а Прабхупада говорил еще, что вы можете бояться майи, потерять, и страх тоже должен присутствовать. Но это страх уже другой формы потерять Кришну. Да, это не тот страх, который заставляет нас ценить те материальные блага, да, которыми мы можем быть окружены. Совсем другой страх. Более того, я тут недавно тоже прочитал, по-моему, в Бхагаватам, что эмоции, которые испытывают спутники Кришны, да, которые являются его близким окружением, такие как мама, Ишода, Деваки, да, то есть сколько они страданий перенесли на самом деле. Ишода выплакала свои глаза, ослепла. Деваки она теряла одного за другим ребенка. Там, и задается вопрос, там, что это вообще за духовный мир, где столько страданий на самом деле, да. Это, зачем туда стремиться, если там так же будешь страдать? Но я прочитал о том, что на том уровне в духовном мире и страдания, и радости, которые испытывает
живое существо в отношениях с Кришной, они одинаково экстатичны. Они приносят экстаз на самом деле. То есть это не те страдания, когда, ну, вообще, которые истощают нас, а это те страдания, которые, от которых на самом деле сердце наполнено радостью по какой-то причине. Видимо, по той причине, что эти отношения с Кришной настолько близки. И есть вот эта связь тесная, неразрывная на самом деле. Несмотря на то, что нам кажется, что мы Кришну теряем из виду, это так же, когда вот как гопи, которые остались во Вриндаване, когда Кришна их покинул. То есть они, но Кришна сказал, что я на самом деле присутствую в мыслях, да, воспоминаниях обо мне. То есть я здесь, я не покидаю Вриндаван. То есть я всегда с вами. Ну, типа лучше разобраться, но там одни страдания вообще. Да. И мы с вами как раз и те, кто стремится попасть в такое положение, страдает от этого. Почему ты там нам не смог проснуться на Мангаларате, там что-то вообще, что за энергия заставила меня сегодня вчера поесть, а сегодня не встать, что-то такое вообще, страдание тоже. Дорогие преданные, еще может кто-то может комментировать что-то. Я могу просто стих прочитать, вот. Кто-то подошел попозже просто. Стих был такой. Как погонщик продевает в ноздри быков веревки, так и Верховный Господь связывает людей веревками своих слов. Его слова – это предписание вет, определяющие имена и обязанности сословий общества, браманов, кшатриев, вайшев, шудр. И все представители этих сословий в страхе почитают Господа, поднося ему плоды своих трудов. Дисциплина. Дисциплина надо, допустим, если мы встаем и занимаемся духовной практикой, то без дисциплины же невозможно. Допустим. Мы с этим сталкиваемся, вот мы встали, да? В армии тоже. Мы тоже боимся не встать, да. Правильно? Потому что нас пинают старшие, которых тоже кто-то самый пинал. Очень охота попасть под пинки, под такие. Вот. Но мы, я и говорю, что мы расслабляемся, мы когда узнаем, да, я не седое тело, все хорошо, я не умираю, там, вечный, да. Но мы, как бы, немножко этот страх по отношению к материальной энергии проходит, но она свои, как бы, попытки обуславливать нас, она не прекращает, она все равно продолжает нас обуславливать, а мы уже расслабились. Вот, поэтому нас надо иногда подпинывать. Есть вот. Такой момент. И она сама подпинывает, потом нас преданные подпинывают. Вот. Толкают, давай, давай, не обуславливайся. Встать надо на Мангаларате, да? Это значит, с этим много, очень много связано. Не поесть вечером там. Не переесть. Вовремя лечь, да? Компьютер не надо туда заглядывать. Ну и так далее. Сам процесс интересный. Ну, страх, он тоже подпинывает, да, как бы, да. Стимулирует. Вот перчинку добавляют эти взаимоотношения. Ну, углубляют же в любовь. Ну, в смысле, любовь является страхом. Да, ну, как бы даже... они же боялись потерять Кришну, и их любовь возрастала. Я склонен думать, что это вот к материальному страху тоже не имеет отношения. К храм такой пропуск, скажите. То есть это же тоже уже, наверное, не тот материальный страх, да? Когда мы... Из любви, получается? То есть мы ценим, что-то ценим, но мы не ценим материальное, мы ценим духовное. У нас есть духовные ценности, да? Да, есть страх и материальный. Страх, как бы, в материальном мире по отношению к преданному, он заставляет вспоминать о Кришне. Страх сам. Поэтому, значит, он играет положительную роль. Угу. Так, да? Вот. Потому что мальчики-пастушки, допустим, раз какой-нибудь демон появился, страшно. Да? Что они делают в первую очередь? Они вспоминают о Кришне. Ах, этот демон, да ну его нафиг. Пошли, посмотрим, что у него в животе. Раз и зашли туда, как и соль. Так Кришна нас защитит. Кришна думает, куда они тут? Куда они вообще пошли? Ничего не... А здесь тоже, оно по отношению к материалисты, да, они испытывают страх. Вот. Я не знаю, что испытывает материалист. Может, ужас они испытывают. Материалист находится вообще в очень... Их еще садится сплошной страх.
я работаю, да, вот я работаю, а я работаю с сутками. Меня окружают люди, которые в принципе должны быть бесстрашными, да, то есть они горноспасатели. То есть там должны быть такие качества, как решимость, как раз-таки отсутствие страха, умение принимать правильные решения в экстремальной ситуации. И, ну, это мужчины, причем, ну, здоровые, да, не старые. Их сколько у нас, два отделения, ну, до 10 человек, значит, там работают. А? С качественным кшатриком, наверное. Ну, подразумевается там, не факт, что, ну, то есть, да, то есть они должны быть, они проявляют их, когда это надо. Но вот в своей обычной жизни, в своей обычной, просто, ну, страшно находиться, мне среди них страшно находиться. Я сижу иногда, вот честно, а у нас кухня, одна, ну, она поменьше, чем алтарная, так, наверное, половина, наверное. И сижу, то есть мне приходится там кушать, с ними находиться, в общем, там телевизор, там, и вот сначала их пугает телевизор, потом они пугают друг друга, и все вот это пугает от меня. Я когда слышу, чего боятся взрослые мужчины, взрослые люди, ну там, или доллар упав, или упал там, или там сколько нефть будет стоить, или там какие-то страховых инспекторов вызывать, когда две машины встретились, ну, столкнулись там, просто вообще, и все вот это там, и как там за электричество платить, и что дальше будет, ну, на самом деле все пропитано, вся атмосфера пропитана страхом, все сознание пропитано страхом, не у женщин, не у детей, а у абсолютно здоровых мужчин, которые вот должны обладать такими качествами, и которые находятся в таком положении, ну, когда нереально там могут что-то делать, но они живут вот там, что начальство там им скажет, там, выгонят с работы, не выгонят, ну, там вообще, я говорю, все пронизано прямо этим страхом. И они когда какую-то тему берут и обсуждают друг друга, у меня просто иногда, я замечаю за собой, что у меня просто рот открывается, я на них вот так вот, как они в телевизор, так я на них. Просто я не могу понять, как это вот, ну, это же, это уровень сознания такой, они же здоровые. Ну, то есть они проходили комиссию, врача там, и все вот эти вещи, они, вот все эти вещи, которые меня пугают друг друга, они кажутся им абсолютно реальными, представляете? То есть они думают, что это все зависит от этой системы, там, а вот этой, там, от каких-то там полномочий, должностей, там, от чьей-то воли чужой. Они вообще, они не понимают, что все зависит от воли Господа на самом деле. Они думают, что там Барак Обама сейчас там Украину будет атаковать, оружие посылать. Они, ну, короче, ну вообще там, на самом деле. Иногда в такую атмосферу можно погружаться, чтобы понять, в каком положении находимся мы. А ты им проповедуешь? Конечно. Но они не принимают? Ну, нет, принимают какая-то часть. Просто с кем-то, с кем есть отношения поближе. Ну, кому-то там я книжки распространяю, могу там давать. С кем-то Багал там читаю. Там мы перед сном уходим в спальню, допустим. И я слышал, ну, люди до сих пор под этим настроением, под влиянием этого настроения не идут, обсуждают что-то. И вот человек там со мной, то есть рядом у него кровать стоит. Я говорю, Леха, давай, говорю, я тебе там, ну, Бхагаву там прочитай сейчас. Он говорит, давай. Или источник вечного наслаждения, Бхагаву там прочитаю. И мне полегче, ему там, как бы, думаю, тоже благо получается. Смотри, вот ты же им даешь, как бы говоришь об этом, даешь знания, да? Ты им говоришь, что ты не есть это тело. Ну, первое, что обычно людям говорят, да, вот. И они вроде слышат это, да, что я не есть это тело. Но в чем отличие? И ты знаешь, что ты не есть это тело. Я не знаю, вроде как, да? Согласен? Ну, не понимаю, знаю ли я знаю теоретически. Не, ну смотри, ты же сейчас рассказываешь, ты спокоен, а их напрягает все. Но они знают, у тебя есть знания, у них вроде как бы есть знания. Но в чем отличие? В том, что у тебя реализованное знание, а у них нет. Понимаешь? Они просто... Поэтому страх. Да. У тебя уже страха нет. Это значит, ты на какую-то часть ты реализовал это знание. Согласен? А они еще нет. Поэтому они и встали на этот путь. Знание-то надо реализовать. Мне сказали, что вот этот мед... Он как бы весенний мед, да, я должен его попробовать, чтобы определить вкус этого меда. В этом пропада же. Поэтому вот и отличие. У них страх есть, у тебя уже нет страха. Поэтому мы говорим, давайте попробуем. Давайте, вот есть маха-мантра. Все надо нам. И маха-мантра означает, я включился в процесс. Включаюсь в процесс.
Я хочу понять это знание, ты мне сказал, да? И чтобы действительно реализовать, я должен просто включиться в процесс и реализовать это знание. Все? Получить опыт. Ну да, никто не идет по этому пути, никто не идет. Поэтому страх, подпинывает их страх сейчас. Все, ты не встал на этот путь. Ну давай, материальная энергия тебя будет подпинывать. И она будет уже сильнее подпинывать, потому что тебе дано знание. Она тебя будет сильнее подталкивать. Сильнее. Давай. Не. Бух, один удар, бух, другой. Там куда-то в аварию попал, еще куда-то. А, преданный спрашивает. Почему я, ну, иногда это самое, ну, почему со мной случается, почему вот именно со мной, как я стал, связался с вами, почему со мной вот это все стало происходить? Вот. Мы говорим, ну, ты повторяй, Хари Кришна, что ты это самое, ну, как бы, давай. А он раз, один круг, там, четыре круга, там, восемь кругов, потом раз, снова один круг. Так надо утвердиться, вот. Майя-то начнет сильнее с тобой работать. Ты заявляешь Кришне, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, ну давай, я как бы заигрываешь, да? Кришна говорит, ну ладно. И он начинает посильнее, Майя там, давай его, это самое. Хороший человек, искренний. Он вначале так искренне Хари Кришна повторял, а сейчас что-то это самое. Давай, хороший парень, давай. Майя, раз, и мы еще. Все, сдались. 16 кругов. Ну, с одним принципом не получается. Ну, ладно, что, подождем. Но на самом деле, по большому счету, то есть мы все придем к Кришне. Все абсолютно. Вот. 100%. Самое главное, с движением не уходить и оскорбления не совершать. Все. Вот. Вот. Эта личность, Шиварупада, она нас приведет в духовный мир. Можешь показать всем. Чтоб люди вспомнили, кому мы обязаны учиться. Он с нами пришел, Шиварупада, за нами, за всеми. Он сказал, все, я вас, ребята, отведу всех. 100%. Вот просто, не знаю, поверьте, в сердце это возьмите. Это уже доказано там. Не, старшие преданные, для чего они нужны? Вот, ученики все Шиварупады. А чтоб нам как бы доказать, что он, действительно Прабхупада нас не обманул. И он многих учеников уже, они там, рядом с ним, они уже там путешествуют, проповедуют в других мирах, вселенных. Ну, всего вечные спутники. Здорово, да? Так что мы не прекращаем процесс. То он достаточно примеров наших современников. Многие ушли в духовный мир. Да? Виджая Кришна, например. Марама. Каких-то там... Я не знаю, сколько Виджая Кришна книги распространил. По времени? Да. Ну, лет 15. Все, у него мистические способности открылись. Знаете, какие? Он мог книги распространять, сколько он хочет. Вот захотел вагон распространить книги, и он их распространил. Он выходил, там, распространял сколько надо, ну, так, чтобы не возгордиться и чтобы преданные про него не думали, что он какой-то возвышенный. Ну, приходил и занимался тихонечко своим делом. Это потом только мы узнали. Потом Кришна нам открыл. Есть такие ситхи. Вот это благодаря Шри Рупаде. Но если у тебя ситхи появятся, что ты будешь делать с этими ситхами? Ну, Кришна что-то делать будет. Ну да, скажешь так. Вот Кришна и бережет нас, чтобы ситхи проявятся. И сразу же убежим из движения, скажем, о, там я великий йог, там еще что-то вместе. Деньги начнем зарабатывать. Гуру Махараджа бежать с этими ситхами. Просто в обществе преданных тебе удобно ситхами зарабатывать, придется уйти. По-любому. По-любому же придется. Как-то среди своих неудобно же, да? Ну да где-то в стороне. А постепенно отойдешь. Это вообще самое. Самое. У меня тут жена буквально сказала, там, ну, Гарри Поттера там, какая-то книжка там лежит. Вот, говорит, тоже был этому учиться. Я говорю, это самое опасное. Самое опасное научиться каким-то ситхам. Это, ну, мы, конечно, нас очень бережем. По меньшей мере сразу же гордость придет.
Потом с тобой заинтересуются еще, значит, либо жулики, либо органы спецслужбы. То есть просто как караул. Самое плохое, чему-то научиться, чем обычного человека. Да, примеров достаточно. Он, знаете, там всякие возьмите примеры, там Никола Тесла, там еще что-то. Одну энергию открыл, другую энергию открыл. Чем все кончается? Человек исчезает. Просто исчезает. Сколько ученых у нас исчезло? Просто посмотрите. Я достаточно для примера. Вот разумный человек научится. Ну вот если что-то там открылось тебе, не надо разглашать нигде никого. Купят сразу, продадут тебе и купят. Поэтому Кришна нас очень бережет. Не успеешь дойти до духовного. Поэтому просто занимаемся преданным служением. И ситхи, он можно на кухне, он картошку чистит. Да? Ну это классно. От слова сидеть, да? Сидя, чистить. На работу 12. Нет, да, сегодня у нас это самое. Мы пришли с Андреем. Надо подготовить. Сейчас же при Хари Кости идет фестиваль Бхактиврикш. Вот, надо подготовить. Вот. Если кто-то хочет помочь, можно помочь. Приготовить обед, ужин, завтраки, завтра и так далее в течение 5 дней. Риво. Может быть, это